Рождественские старты по спортивной аэробике – турнир ежегодный. В этот раз в нем приняли участие 100 спортсменов из 5 регионов России. Среди участников много сочинцев. Был отмечен высокий уровень их подготовки. Спортивная аэробика в нашем городе развивается с 2010 года на базе детско-юношеской спортивной школы номер 10 в Адлерском районе под руководством Ксении Бурьян. А 2 года назад была создана городская федерация по спортивной аэробике. Тренируют сочинцев Анаида Григорьева и Анастасия Тихонова. В этом виде спорта я хочу добиться очень высоких целей. Как говорится, нет предела совершенству. В будущем я бы хотела открыть свою школу и преподавать там. Спортивная аэробика является одним из 5 видов гимнастики наряду со спортивной и художественной акробатикой и прыжками на батуте. Это сложный эмоциональный вид спорта, в котором спортсмены выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой интенсивностью и сложными элементами. Соревнования проводятся по нескольким номинациям: индивидуальные, смешанные пары, трио, группы. Спортсмены Сочи выступили достойно и заняли призовые места в различных номинациях, завоевав в общей сложности 21 медаль, а также призы за волю к победе. Наши спортсмены принимают участие в соревнованиях городского, краевого и окружного уровня с 2012 года. В настоящее время у нас занимается более 100 детей. Впереди у спортсменов первенство Кубани, затем Южного федерального округа. Также воспитанники 10-й спортшколы примут участие в престижном турнире «Аэросочи», который проходит в Адлер-арене в Олимпийском парке и ежегодно собирает более сотни атлетов со всей России. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.